Приветствую вас в новом видео. С вами Зинаида Лукьянова и проект «Жизнь в стиле кайдзен». Сегодня мы с вами приготовим замечательный вкусный салат, который называется «Зеленый живчик». Итак, для зеленого живчика, для этого салата нам понадобится, естественно, очень много зелени. Я вот собрала со своего небольшого огорода салат, шпинат, укроп, немного лука. В общем, все, что у вас имеется, вы можете использовать в этот салат. Да, кроме зелени нам понадобится 2 помидора, 1 сырая натертая свекла, потом половинка апельсина, половинка лимона, это для соуса, 2 дольки чеснока или по вкусу, затем масло растительное, естественно, холодного отжима, и немножко соли, тоже по вашему вкусу. Итак, начнем. Нам нужно порезать все наши ингредиенты. Достаем зелень. Вкусную, свежую, только что с грядки. И режем ее мелко в нашу посудину. Масло мы используем разное. Иногда бывает и расторопшее, и грецкого ореха, кунжутное масло используем, естественно, оливковое используем для салатов. Получается очень вкусно, необычно. Не обязательно, на самом деле, мелко резать. Можно так даже, некоторые даже рвут просто листья салата руками. Вот так мы быстренько его разрезали. Получается вроде бы большой объем, но когда мы будем заправлять наш салат соусом, объем уменьшится. Итак, выкладываем нашу вкусную, полезную зелень в чашку, где мы будем потом перемешивать все. Так, уже почти половина занята. Так, дальше мы положим нашу натертую свеклу, сырую, естественно. И порежем помидорки. Помидорки тоже режете по желанию, кубиками можно. Так, и потом мы приступим к соусу. Соус у нас, естественно, будет по всем правилам сыроедения. Чуть-чуть горький, чуть-чуть кислый, чуть-чуть сладкий, чуть-чуть соленый. Чтоб салат получился пальчики оближешь. Так, мы разрезаем кубиками наш помидор. Тик. Вот так вот я порезала, посмотрите. И еще один. Так. Раз, два. Нож лучше использовать для помидор вот такими вот зазубренными краями. Очень здорово режет. И никогда не затупляется. Итак, мы положили 3 основных ингредиента. Зелень, свеклу и помидоры. Теперь мы будем готовить соус. У меня есть такая ручная соковыжималка. Мы выжимаем половиночку лимона. Это будет у нас кислый вкус. Сюда же мы добавляем половинку апельсина. Это у нас будет сладкий вкус. Сейчас мы будем давить чеснок. Так, все выжали. Теперь мы раздавим 2 дольки чеснока. Хоп. Сюда же в соус. И немножечко соли добавим по вкусу. Все это можно перемешать ложечкой. А в салате все это тоже перемешается. И заливаем вот этим вот сладко-кисло-солено-острым соусом наш салат. Косточку. Сейчас поймаю косточку. Так,
заливаем. Осталось просто все это перемешать. Вот. Здесь без двух ложек не обойтись. Соус у вас в салате потом примет розовый цвет, потому что свекла, как вы знаете, она очень сильно красит. Так, хорошенечко все перемешиваем. Ой, у меня уже слюнки текут. Очень вкусно получается. Давай, мешайся. И готовим порционные тарелки. Все это раскладываем на тарелочки. Так. Берем тарелочку. И выкладываем нашего зеленого живчика с фиолетовым оттенком. Так. Кто сколько съест? Первая порция готова. Сюда, естественно, подойдет наш хлебушек, который мы готовили в прошлом видео. Будет сытно и вкусно. Вот такой получился у нас замечательный салат «Зеленый живчик». С вами была Зинаида Лукьянова. Живите в стиле кайдзен. До встречи в следующих видео. Пока!